Мирыч, я могу тебе только дерево сфоткать. Все птички улетели, они не любят сниматься. Они стесняются. Стесняются, не хотят на YouTube. Было штук 5-6, между прочим. Дамир читает колыбельную коту, а кот лежит со своей любимой игрушкой и слушает не колыбельную, а читает сказку про теремок. А кот лежит со своей любимой игрушкой, мышкой, и слушает. Если здесь у меня эти три красных, этот синий, то этот у меня такой цвет Тиффани на самом деле получился, просто камера не передает. Вот этот тоже что-то тут красный, на белом фоне красные точечки, похожие на эти. И вот эти точечки, они такие тоже цвета Тиффани, зелененькие. Ну и синий. В общем, как-то так сегодня. Осталось только сделать педикюр, и все. И будет все по красоте. Вот так вот. Это здесь, у тебя в портфеле. Спрятан сладкий приз после участия в английском языке. И еще тут какая-то конфетка. Вот такая. Еще раз. Ярче. Еще есть конфетки? Могу сказать, это... Кто? Нет. И вот такая. Да, это за то, что за стих, а это за участие. Это что-то еще. Участие можно. Ну, вот как раз тебе будет на десерт. Пока ты не забыла, она не завалялась в рюкзаке, как это бывает. Друзья мои, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня 5 ноября, пятница. И я хочу пожелать вам просто хорошего дня. Вот просто пришла и с утра решила пожелать вам хорошего дня и зарядить вас бодростью, позитивом на целый день. До новых встреч. А, жесть, обезьянка. Ла-ла? Ла-ла-ла. А еще раз ла-ла-ла. Что это за настроения такие? Кто это? Елки-вей. Это тебе жизнь подсластить. Чтобы ты не грустил. Вечерочек. Смотрим задорного с Володей. Сделаем стрижку. А Дамир сейчас с бабушкой копает. Они строители и с котом. Когда Дамир был поменьше, они прям с грузовиком, с касками копали. Ну, это все осталось. Весеновато здесь пока нет у нас касок и грузовиков. Но я думаю, мы это тоже... То есть, попросту говоря, обозвал его пером. Словом, которое, видимо, из-за его нецензурности нет ни в одном словаре. Как восстановим, вернем, я не знаю. Решим, в общем, этот вопрос с касками и грузовиками и здесь тоже. И кот копает, да, Мирчик? Да. Молодцы. Строители. Вы строители с бабушкой. Советская. Иди сюда. Это костра, смешная. Ну, советские песни старые, это передача. Не я старая, когда... а Советский Союз, когда же я хочется, недавно, в этом веке. Извините. Да. Нет, да, в прошлом. Да, в этом веке, это прошлый век. А что, ты думаешь, сейчасный? В России события... Нет, я так не думала, я думала, что ты так думаешь. Наших лидеров и народ. Их удивление по поводу... Это 20 лет. Особенно удивило колбаса за 107.
Я просто смотрю вот юмориста задорного с папой, когда делаем стрижку. Я тоже люблю.